Вечер Гомель. Прекрасную песню исполнили нашим зрителям вокалисты студии Music Kids Центра творчества детей и молодежи Советского района Гомеля. Конечно же, мы благодарим ребята и их руководителя Елену Ходько. Дорогие друзья, осень в разгаре и постепенно в нашу жизнь вместе с похолоданием возвращаются простуды. Лихорадочно, припоминая все, что нам известно о коварстве болезни, мы стараемся одеться потеплее, пьем витамины и встаем перед выбором, прививаться или не прививаться против гриппа. О сезонной вакцинации, календаре прививок и альтернативных способах уберечься от болезней мы сегодня и поговорим. Звоните нам, пожалуйста, в студию 34 22 43 номер нашего телефона. Высказывайте свои аргументы за и против прививок. И получаете компетентные ответы специалистов. Кстати, общаться можно и в Viber. Номер вы видите на экранах. Ну а прямо сейчас я хочу вас познакомить с Еленой Ходько, руководителем вокальной студии Music Kids, Центра творчества детей и молодежи Советского района. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Ребята так дружно пели и так хорошо смотрелись. Вы руководите детским коллективом. Скажите, пожалуйста, вот в какой период года ряды вокалистов, занимающихся в студии, заметно редеют из-за сезонных заболеваний? Или вокалисты не болеют? Нет, болеют осень и весна. У нас идет вот ноябрь и март. Вот. Это, самые да, такие... это самый такой вот пик, который да. Дети очень болеют. Да. А как вы думаете, что же все-таки не позволяет разболеться некоторым самым крепким из них? Ну, у нас мы делаем специальные упражнения, ингаляции, какие-то витамины пьем. Прямо в это... студии, прям вот вы даете такое домашнее задание. У может нас, быть, у знаете, у нас, у нас родители все есть с собой. А, ну, может быть, родители еще каким-то образом укрепляют иммунитет или делают прививки? Делятся они с вами такой информацией? Ну, да, делятся информация, но эта прививка это каждому ребенку индивидуально. То есть вы это знаете. Конечно, конечно, да. А есть у вас такие дети, которые вообще никогда не болеют? Нет, нет. Вот таких сейчас да, мало. Да, да. Ну хорошо, несколько вопросов о коллективе. Сколько лет существует вокальная студия? Ну, я вообще работаю с 2006 года в Центре творчества Советского района, но у меня коллектив существует 4 года. Так, и где успели побывать? Какова география выступлений? Ну, у нас большая биография. Даже вот буквально в субботу мы приехали с, меж... с республиканского конкурса Талинг-Китс. Мы привезли 10 дипломов, благодарность мне, 8 медалей, кубок лауреата. Ну, интересно, весело съездили. И вот э, скоро мы опять собираемся на конкурс. Лен, ну это все были коллективные выступления или у Нет, вас солисты поют? Солисты. Даже солисты да, поют. У нас солисты. Ну, спасибо, конечно, аплодисменты. Солисты. Всего хорошего исполнителям, достижения новых творческих вершин. Спасибо. Осенью мы болеем. За этим утверждением чихающие, кашляющие и граждане с насморком. А ведь еще не началась традиционная зимняя эпидемия ОРВИ и гриппа. Доктора уверяют, чем больше граждан будет провакцинировано, тем легче пройдет эпидсезон. И тем не менее, большое число белорусов относится к этому утверждению с недоверием. Почему? Вопросов о прививках всегда больше, чем ответов. Об этом поговорим с нашими специалистами. Знакомьтесь, пожалуйста, Ольга Синицына, заведующая филиалом номер 4 Гомельской городской центральной детской поликлиники. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Грицынок, психолог этого же заведения. Добрый вечер. Добрый вечер. Также у нас в гостях Анастасия Ковалева, учащаяся в гимназии города Чечерска. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер и Анна Ходанович, учащаяся гимназии номер 56 Гомеля. Добрый вечер, Аня. Здравствуйте. А, у меня вопрос всем гостям. Скажите, а вы уже привились от гриппа? Поднимите руку, кто привился. Ой. Ольга Николаевна. Чуть-чуть не дошла. Чуть-чуть не, не дошла Оля. Так. Значит, вот из э, пятерых одна Ольга Николаевна. Так, мы спросим, почему она это сделала. Заставили или это ее собственный выбор? Вот, кстати, кратко. Кратко, это мое убеждение жизненное. Не просто выбор, это мои знания, это у меня вторая специальность, помимо педиатра, я инфекционист. И я знаю точно, что вакцинироваться от гриппа нужно, полезно и желательно большему количеству людей. Чем больше провакцинируется, действительно, тем меньше заболеет. Ольга Николаевна, давайте спросим еще вот у наших присутствующих в студии зрителей. Есть такие, кто уже сделал прививку от гриппа? Если есть, поднимите руку. Еще только собираются. Но, видимо, октябрь может быть рановато делать. Погода в этом году. Погода теплая. А, вот она в чем еще. причина. Я Ольга помню. Николаевна, ну сейчас самая пора, расскажите. Да, прививаться уже пора. Вакцинируемся мы с момента получения вакцины, хотели бы даже раньше. Но реалии таковы, что вакцину мы получаем в конце сентября, в начале октября. И начинается активная вакцинация. Да, сначала немножко идет меньше людей. Как только похолодает, все задумаются, что да, грипп скоро, и немножко шире будет охват населения. Ольга Николаевна, ну когда еще не поздно? В ноябре не поздно? В ноябре не поздно. А в декабре? Я более с того скажу, что даже в декабре и в январе не поздно. Грипп имеет несколько волн, и есть такие особенности, что вакцинироваться можно даже на пике заболевания. Потому что те вакцины, которые предлагаются сегодня для массовой вакцинации... На пике заболевания по грипп, статистике да, по статистике, да, да, по статистике, когда болеет население. Но вы не болеете, значит, вам можно вакцинироваться. Вакцины, которые сейчас представлены для вакцинации, они субъединичные, либо... Börjar. Но, это все а равно, нет. в любом случае, это убитые все вакцины, расщепленные. Неживые. Да, неживые. Угу. И иммунитет к ним вырабатывается очень быстро, порядка двух недель. А То сколько есть... же он сохраняется? Вот ведь важно, чтобы да. иммунитет вырабатывался быстро и сохранялся надолго. Нет, против гриппа иммунитет сохраняется недолго, 6-12 месяцев. Но даже после перенесенного живого вируса, после настоящего заболевания гриппов, Иммунитет тоже недолгий, тоже меньше года. Угу. Это вот. особенности, особенности заболевания. Это особенности, наверное, да. еще и вирусов. Да? Да, да. Да. Но вот видите, народ не спешит прививаться. Ольга высказала предположение, что погода хорошая, действительно, что делать в поликлинике? Да? А может быть, просто э, мало информации граждане получают. Давайте спросим: вот у девочек, у Давай. гимназисток, что они знают о прививках? Пожалуйста. Прививки, по сути, это тот же самый вирус, но только в микроскопических размерах. Вводятся в наше тело для того, чтобы выработать необходимый иммунитет. Энциклопедические знания, почти что, да? Ну, близко к истине. Близко, близко к, истине. к истине, так. А что Анечка скажет? Я думаю, что прививки это ослабленный вирус. Его вводят в организм человека, и тот очень быстро его побеждает и вырабатывает иммунитет. Анечка, эти знания дают в школе или родители вам рассказали об этом? Мне рассказывают родители, говорят об этом в школе достаточно часто. Ну, и, наверное, по телевизору слышишь, да? И, да. может быть, где-то в каких-то источниках, в интернет-изданиях или в газетах эта информация есть. Спасибо, девочки. Ольга Николаевна, ну вот почему вопросов о прививках от гриппа всегда больше, чем ответов? Почему постоянно, каждый год мы раздумываем, прививаться или нет? Ведь так же, зал, думаем мы об этом, правда? Каждый год один и тот же вопрос. Что же мне делать в этом году, прививаться или нет? Ну, может... Мой ответ будет не очень популярным. Наверное, дело в том, что наша медицина бесплатна. У нас можно вызвать врача на дом бесплатно, у нас можно вызвать скорую помощь бесплатно, у нас можно, в конце концов, вылечить грипп и его осложнения в стационаре, и тоже бесплатно. И поэтому вопрос профилактики не стоит так остро. То есть... Э, Запасной аэродром мы всегда имеем, да, даже да, несколько. Да, да. Э, все равно, наверное, есть особенности менталитета, кто-то рассчитывает на авось. А может, меня пронесет, а может, я не заболею, и тогда зачем делать, по сути дела, лишний укол? Э, и вот эти вот метания, они не позволяют осознанно подойти к этому вопросу, а ведь риск большой. Ну, медики со своей стороны, как могут, стараются, пропагандируют, показывают на личном примере. Да, Кстати, в, каков в этой студии я одна вакцинирована. медиков. Вот в поликлинике, например, в вашем филиале. Мы еще только начали. Угу. Но э прививаются обычно. Да, ну обычно под 100% понятно, что кто-то имеет медицинские противопоказания перед этой э, прививочной кампанией, но остальные вакцинируются. Так вот, если бы вы задали вопрос в моей семье: кто у нас вакцинирован, ну, у нас бы была 100%. Потому что моя семья да, вакцинирована все от мала до велика. Угу. А кстати, вот медики уже знают, когда ждать наступления вирусов. Да, да. Это всегда каждый год в одно и то же время да. или все же немножко? Сезон, сезонный грипп наступает всегда примерно в одно и то же время. Середина декабря и до середины февраля мы ждем сезонный грипп. Когда у нас был в 2009 году пандемический грипп, он пришел намного раньше, октябрь, ноябрь, но пандемический он на то и пандемический, что он не укладывается в обычные каноны. А сезонный грипп мы ждем всегда примерно в одно и то же время. В этом году прогнозируют большую заболеваемость детей, чем взрослых. Поэтому педиатры в этом году на страже более активно предлагают вакцину. Именно детям. В том числе детям. Но да. и ведь и взрослых же нужно прививать, чтобы они не принесли этот вирус к себе домой. Правильно? Вы абсолютно правы, однако у гриппа есть такая одна особенность. Дети в распространении гриппа имеют большую роль эпидемическую. Дело в том, что маленький ребенок лет до 7 после выздоровления от гриппа является активным выделителем вируса в окружающую среду. И чем младше ребенок, тем дольше он выделяет вирус. Возьмем пример. Трехлетний малыш заболел гриппом семья была в изоляции, наконец-то он поправился, все а -а -а. довольные родственники пришли, обняли, поцеловали, слегла вся семья. А казалось бы, вот Вы как забрали. взрослые говорят, это ребенок, от него заразиться нельзя. Правильно? Это неправильно, да. Так вот, это, в отношении гриппа это не работает. И поэтому в национальном календаре дети от 6 месяцев до 3 лет подлежат обязательной вакцинации. Если эта категория детей будет стопроцентно привита, а мы знаем, что у нас вакцинация добровольная, родители имеют право отказаться, так вот, если в идеале эта когорта детей будет вакцинирована, это намного снизит заболеваемость гриппом во всей популяции. То есть получается, что взрослые отсидятся за спинами детей? Можно сказать и так, но некоторым не получится. Есть особые э люди, люди, которые имеют особое состояние здоровья, они должны быть вакцинированы в первую очередь. Да, обязательно. Это беременные женщины, второй, третий триместр беременности обязательно вакцинация сразу защищает двоих человек и маму и внутриутробного ребенка, когда он родится. Второй момент должны быть вакцинированы люди старше 65 лет. Это культура в некотором смысле. Очень часто у нас пожилые люди на себя машут рукой, вообще не хотят лечиться, не хотят профилактировать, не хотят вести активный образ жизни и ведут такой пассивно-затворческий, унылый образ жизни. Да, а на самом деле им нужно вакцинироваться, потому что особенности метаболизма организма делают его более уязвимым к гриппу. Больные с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма и сахарный диабет, обязательно мы ждем. Это безопасно для здоровья. Спасибо, Ольга Николаевна. У нас есть вопрос э -э, к нашим зрителям. Мы всегда его задаем. Каждый раз разный по теме передачи. Уважаемые телезрители, вопрос эфира. Ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире и по этому показателю в том числе. Так вот, назовите этот показатель. Как ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире. Пожалуйста, ваши версии по телефону 34 22 43. Ну а чем же награжден будет тот человек, который первым назовет правильный ответ? он сможет пойти, причем пригласить еще кого-нибудь, на выставку в галерею Гавриила харитонча Ващенко. Пожалуйста, звоните 34 22 43, ну а мы продолжаем. Уважаемые эксперты, не сочтите мои вопросы наивными. Я их формулировала с помощью гомельчан, которые отзывались в соцсетях по этой теме. Итак, можно ли утверждать, что если привьешься от гриппа, то не заболеешь? Вот я спрошу у Ольги, у психолога, не специалиста-медика, угу. но у мамы двоих детей. Ну, исходя из нашего опыта, даже нашей семьи, несколько лет подряд, когда мы вакцинируемся все, и да, старшая девочка вот у меня ходила в садике в группу с... ЧДБ, так называемый, часто болеющим ребенком, она была, и я по ней вижу вообще замечательно. Статистику ее заболеваемости отслеживаю хорошо. Да, если в прошлом и позапрошлом году она приносила что-то, она чем-то болела, то это было несравнимые величины э, как бы, да? тяжести выздоравливала она гораздо быстрее. Она вообще любитель, как бы чего-нибудь такой покашлять слегка. Ольга Николаевна, вопрос? Специаль... Ответ специалиста, пожалуйста. Всемирная организация здравоохранения, которая подсчитывает э, не только нашу страну, но и э, ситуацию во всем мире, говорит, что устойчивый иммунитет э, формируется у 70% вакцинированных. Вероятность заболеть гриппом, несомненно, есть. Остается. Да, остается. А я спрошу у девочек, у Анастасии и Анечки. Вы прививались, вас родители прививали от гриппа или в школе? В этом году пока нет, но мы собираемся. Угу. Пожалуйста, Аня. Мы тоже собираемся вскоре привиться от гриппа. То есть вы за прививки? Да. Сказать можно, что ваши родители за то, да, и вас убедили в этом. Хорошо. Часто слышим в разговорах, сделал прививку и заболел. Вот без прививки было лучше. Что ответить такому лучше. человеку? Ну, давайте... Ну, говорят, что не делал прививки, не болел. Сделал прививку, заболел. Ну, вакцинируем мы начиная с октября. Надо сказать, что сентябрь ⁇ это традиционное время подъема заболеваемости. Дети пришли в школу, перемешались между собой. Каждый принес свой набор бактерий и вирусов. Для формирования коллективного иммунитета они должны всем обменяться и переболеть. Некоторые дети пошли еще и в студию. Количество контактов увеличилось в несколько раз. В сентябре всегда подъем заболеваемости, но это еще не грипп. Вот мы начинаем вакцинировать. Заболеть именно гриппоподобными симптомами после вакцины можно, если это живая интраназальная вакцина. А в Гобельской области сейчас какая вакцина? Неживая. Неживая. Все, все виды. Вот и есть, говорят, все, и французская, что, полица, и российская. Да. Все, что колется через кожу, это все расщепленные вакцины, сплит-вакцины или субъединичные вакцины, когда вирус не просто расщеплен, но специальным методом разделен только поверхностные антигены. Это безопасная вакцина с хорошей переносимостью и с быстрым формированием иммунного ответа. То есть, если человек заболел, скорее всего, он уже был? Он был инфицирован каким-то другим респираторным вирусом, Сейчас традиционно аденовирус, угу. э, энтеровирус, который дает высокую лихорадку, иногда даже боли в мышцах, похожи, но это не грипп. Ольга Николаевна, еще э, такое мнение можно часто слышать. Вирусы каждый год мутируют. Вакцина за ними не успевает. Но откуда фармацевтов и медикам знать, какой вирус придет к нам? Стало быть, и прививаться не надо, потому как не знаем, от чего прививаться. Вирусология развивается очень быстро. Первая вакцина от гриппа была создана в 1933 году, когда вирус гриппа вообще выделили. Это была моновакцина, один вирус выделили, вакцину против одного вируса создали. Потом стало ясно, что вирус гриппа неоднороден, есть несколько подвидов. На сегодняшний день более 20 видов вируса гриппа существуют в мире, циркулируют. Они могут быть в разной степени подогены для человека. Во всем мире производится так называется эпиднадзор за вирусом гриппа. У всех заболевших с симптомами, похожими на грипп, ну, не у всех, у большинства, выделяются вирусы. Их... смотрится их паспорт, оценивается, что это за вирус, и отправляются эти вирусы в Женеву в лабораторию ВОЗ. А там э, проверяется, какие вирусы циркулируют в мире сейчас. Сложным математическим методом вычисляется, какой вирус э, будет вызывать эпидемию. С другой стороны, э, на сегодняшний день в нашей стране вакцинируют в основном трехвалентными вакцинами против трех вирусов гриппа. H1N1, H2N2 и один вирус гриппа B. Против самых страшных, наверное, а, да? Против самых, активных, против самых активных. Но уже есть рекомендации о том, что вируса гриппа B обычно активничает два. И с 2004 года рекомендуется вакцину э, против четырех вирусов. С 2012 года вакцины четырехвалетные широко применяются э, в мире. И в этом году впервые в республике зарегистрирована и везена четырехвалетная вакцина. И я вот, я всегда пробую на себе новинки, попробовала ее переносимость, все хорошо. Ну а уж насколько сформируется иммунитет, Посмотрим, покажет, и... да, покажет, покажет и время, сезон, да. Ольга Николаевна, ну вот э, есть уже вопросы, и да. люди отзываются. Э, я мнение потом, но сначала вопрос. Павел Заборовский, подскажите, можно ли прививаться от гриппа молодой маме, которая кормит грудью трехмесячного ребенка? И какие прививки для нее лучше? Можно и нужно. Э, любая субъединичная или сплит вакцина то есть инфлювак, гриппол. Вокси грипп вокси грипп тетра ей подходит. Да. Спасибо за ответ. Но вот чтобы у зрителей не сложилось впечатление, что можно привиться от гриппа и сидеть, сложа руки, Нет. мы Нет. этот миф развеем. Так? Да. Спросим у девочек. У Анастасии и у Анечки. Девчонки, вы знаете, каким способом можно укрепить иммунитет, помочь своему иммунитету противостоять болезням? Кто знает, поднимайте руку. Мне кажется, что э, нужно есть побольше э, овощей и фруктов, правильно питаться если есть такая возможность, то закаляться обязательно. Анечка, ну это вот ты теорию выдаешь, так? А вот что ты используешь? Что делают твои родители? Что у вас делают в семье, чтобы чуть-чуть укрепить иммунитет? Или хорошо укрепить иммунитет? Мы очень правильно питаемся, поддерживаем здоровый образ жизни, занимаемся спортом и, конечно же, едим такие продукты, укрепляющие иммунитет, как имбирь, лимон, и прочие продукты, содержащие витамин С. Так, хорошо. Пожалуйста, Настя, а вы что используете? В Чечерске что используют? Ну, мы с семьей часто занимаемся спортом, но в холодный период просто стараюсь тепло одеваться и не переохлаждаться. Так, спасибо. А теперь давайте попросим Ольгу Николаевну прокомментировать вот эти моменты. Может, вы делаете еще что-то, просто вы не обращаете внимания. На самом деле, самая лучшая защита от инфекционных заболеваний ⁇ это хорошее настроение. И если вы улыбаетесь, держите планку позитива, это большой вклад в профилактику всех инфекционных заболеваний, и вирусных, и бактериальных, и гриппа в том числе очень Безус... хороший кстати советы прям вот я вижу что захотели поаплодировать наши зрители АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ. точно точно безусловно второй момент для хорошей работы иммунитета нужно полноценное разнообразное питание и здесь не так может быть важны заморские э, фрукты как наши овощи просто разнообразно полноценно и без излишеств без излишеств Занятия спортом всегда укрепляют иммунитет, они мобилизуют организм, они позволяют при заболевании быстрее справиться, это безусловно. Но а такая мера, как закаливание, играет очень важную роль, потому что для организма важно как перегрев, так и переохлаждение. И перегрев, и переохлаждение они в одинаковой мере способствуют инфекционным заболеваниям. Uh -huh. и то, то есть что одеваться у нас по так... погоде. Да, и uh -huh. то, что uh -huh. у нас сейчас так жарко в квартирах, как ни странно, способствует развитию инфекционных заболеваний, потому что слизистые очень сохнут, а сухая слизистая не может справиться с. Э инфекционными агентами. Спасибо большое, уважаемые телезрители. 34 43 номер нашего телефона. Вы помните вопрос эфира? Если не помните, я вам прочитаю его еще раз. Ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире по этому показателю в том числе. Так что это за показатель? Каким образом они вычисляют, что где-то на другом конце планеты уже началось? Пожалуйста, ваши версии. Ну а в награду пригласительный на двоих человек в галерею Гавриила Харитон Чаващенко. Друзья, вопрос вы услышали. Не забывайте писать нам в Вайбер. Вакцинация от гриппа. Ваши аргументы за и против. секрет, к которому ключика нет. Как сон, как мираж голубой, зовущий вдаль за собой. Но взрослые никогда не отыщут дорогу. друзья, вокалисты студии Music Kids, Центра творчества детей и молодежи Советского района Гомеля, поют сегодня для нас и наших зрителей. Ну а говорим мы о способах профилактики сезонных заболеваний и прививках. Елена Ходько, руководитель вокальной студии. Несколько вопросов вам позвольте. Мы уже видим, здесь есть и самые маленькие, и ребят постарше. Самому маленькому занимающемуся певцу сколько? Ну, сейчас нету певца нашего, 4, 4 года. А самому старшему? 13. Прекрасно. Елена, а можно ли причислить занятия вокалом к способам профилактики ОРВИ и гриппа? Ну, есть упражнения, которые, например, для заложенности носа, не иду, чтобы не было заложенности носа. Вот я, например, покажу такое упражнение. Вот, вот ноздрю я закрываю. Леночка, давайте мы упражнение немножко погодим, да. так с ним, потому что мне подсказывают, есть телефонный звонок, человек на линии, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут? Ирина Анатольевна. Очень приятно, Ирина Анатольевна. Вы хотите аргументы за или против прививок высказать? Только за. Только за. Вы медик? Нет. Скажите, пожалуйста, вы прививаетесь каждый год? Ну, мне просто интересно. И да. Удается... Каждый, каждый, Кажд... каждый год. Так. Болеете, нет? Да, случается, но надеюсь, что без осложнений. А почему ваше твердое убеждение прививаться каждый год? Много читала литературы, поэтому пришла к выводу, что да, действительно. Ваш выбор именно такой. Но, кроме прививки, еще как-то работаете с иммунитетом, я имею в виду в плане укрепления. Не получается, к сожалению. О. Пенсионерка уже спорт. Ну так М -м -м. можно ж просто гулять по воздуху и просто Но хорошо это все, пров... это проветривать это квартиру, это правда? Все делается, да. Но избежать вирусных инфекций не удается. Ну, надеемся, что без осложнений. После прививки все-таки надежнее. Ну, вы знаете, Ольга Николаевна вас и улыбкой поддерживает, и кивком головы говорит, делайте правильно. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ответ на наш вопрос? Есть, но я не уверена. А да, давайте проверим. Я еще раз правильно. зачитаю вопрос, а вы да, попробуйте да. ответить. Да. Ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире по этому показателю в том числе. Так вот, что это за показатель? Я считаю, что показатель, насколько население провакцинировано. Ага. Вы, то есть вы думаете, что ученые-биологи интересуются у медиков, каков процент Сделавших прививку, и тогда да. делают такое вывод. и соотношение вывод. к тех, которые не сделали. Угу. Ну, версия хорошая, но, но да? пожалуй, все же, наверное, проблематично собрать сразу все данные из всех стран, из всех континентов. Но есть способы быстрее определить, грипп уже на подходе. Есть э, э, в той или иной стране заболевшие какое их количество другими способами? Спасибо вам за ваши версии. Э, я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Смотрите нашу программу дальше. Вы узнаете много интересного. А вопрос остается пока вопросом, уважаемые телезрители, Лена. Теперь к нашим упражнениям. Итак, что же за чудо упражнения, которые помогают сохранить здоровым э, вот э, аппарат речевой, да и дыхательный? Так. Ну, я хочу пригласить свою помощницу Марию Садыгову. Студия. Маша занимается в студии, да. правильно? Вокалистка, солистка. Солистка, вокалистка, лауреат. Многих конкурсов. Маш, ну скажи нам несколько слов: в каком классе ты учишься? В пятом. Так, а прививки делаешь? Да. От гриппа прививают тебя, да? Да. Так. А еще как укрепляешь иммунитет? Делаю ингаляции. Ага, даже ингаляции укрепляют иммунитет. Ну, скажем так, благопри... С ромашкой периодически надо делать, чтобы не заболеть ингаляции с, рома с ромашкой это обязательно нужно делать, mm -hmm. чтобы вокалисту не заболеть. Все понятно. Так, теперь объясняйте, какие упражнения помогут укрепить дыхательный аппарат и помогут не заболеть, сезон простуд, да? Лена комментирует, Маша показывает. Ну вот мы у нас есть упражнение, которое, подожди, Маша, в минуточку, и упражнение, которое оно и нос у нас Прочистит, да. Чтобы когда заложен нос, оно прочищает. И это все вот у нас резонаторы, вот они все у нас держатся. Здесь нужно, я так понимаю, да. Да, диафрагма. Она должна хорошо разрабатываться. Вот она. И диафрагма. Маша, покажи, пожалуйста. Вот она. Лен, И Маша носом, вдыхает нос. через нос, да, а, выдыхает а выдыхает через, через рот. рот. Да. И я хочу она... обратить внимание, что у Маши работает живот. Да. Не дергаются плечи, Нет, она не грудью дышит, Нельзя, а животом. Да. да, да, ни в коем случае. Ну вот. И вот здесь оно прочищается, оно даже, когда это делаешь упражнение, даже э, кружится голова. Угу. А сколько и, можно раз делать? Вот оно, и мы делаем по, там минуточку, потом мы отдыхаем, даже меньше, наверное. Мне кажется, минуты это, это много. Да, наверное, много, да-да. Ну вот, ну раза вот 7-8 сделали, отдохнули, да, отдохнули, угу. потом Стросим опять. Спросим в комментарии Ольги Николаевны, как вам? Такое упражнение это очень правильное упражнение оно позволяет легким полностью раскрыться в этот момент дышат в том числе нижние сектора легких которые при обычном дыхании у женщин не задействованы ну и заглянув в будущее скажу такое дыхание очень помогает женщинам в родах и мы mm -hmm. в школе беременных всегда учим женщин и вокалисты всегда умеют это дышать очень именно да. животом. Именно дышать животом. Вдох. Все вопросы решает да, диафрагмальная. Да, э, диафрагмальная, да, э, диафрагмальная да, так правильно, да? да, да дыхание. Да, еще, да еще, еще у нас есть упражнение. Тоже мы э, набираем воздуха через диафрагму. И на звук «с» спускаем. Животом, да? Именно Делаем животом. живот круглым. Маш, покажи, как только... это сделать. О, сразу животик надулся. И на звук «с» спускаем. И животик у нас становится на свое место. Так, и даже, наверное, максимально его пытаемся прижать к позвоночнику. Да, Маш, еще, покажи, раз, пожалуйста, еще раз, еще раз, пожалуйста. Вот. Отличные упражнения. Благодарим Машу, Лену. Эти Спасибо. упражнения помогут поддержать. Дыхательный аппарат в рабочем состоянии помогут не заболеть. Я так понимаю, правильно? Лена, еще скажите, пожалуйста, а вот пение помогает снять стресс? Это все знают, помогает ли не заболеть? А, ну, нужно с интересом это как бы в. Делать. Делать, да. И, да. как Ольга Николаевна сказала, с хорошим настроением. Да, а это было... главный Главное. залог да. здоровья. А у нашего коллектива постоянно хорошее настроение. Девчонки, я у вас спрошу, Настя, Аня, а какие условия соблюдаете вы, чтобы не подхватить вирус, когда все вокруг болеют? Ну, руки моете? Да. да. Говорят, что это первое дело, на рук обязательно, чтобы... Там, если на, на ладошке где-то есть, если за поручень в транспорте взялись, да, или за ручку двери, и э, вот этот вирус смыть быстренько. Что еще делаете? Мне кажется, что нужно почаще проветривать помещения, квартиры и э, избегать особо людных мест. И э, вместо привычной езды на, на общественном транспорте, переполненном чаще всего, лучше всего ходить пешком, гулять. Анечка, какие ты правильные вещи говоришь. Добавите что-нибудь Анастасия? В принципе, я с ней согласна. То, что нельзя, точнее, не советуют контактировать с болеющими людьми в этот период. И вообще посещать те места, где много людей. Правда? Да. Вот в кинотеатр, наверное, нежелательно, в театр и на концерт. Спасибо вам большое, девчонки. Спасибо. Есть у нас, копятся наши аргументы за и против, все же оставим их на закуску. Несколько вопросов вам, уважаемые специалисты. Вот э, Ольге хочу задать вопрос. Может быть, влияет и тот факт, э, что люди боятся, просто банально боятся уколов? Может быть, поэтому не прививается еще? Здесь это скорее как один из двух факторов. С одной стороны, не слишком очевидно, возможно, наша эпидемическая ситуация чаще всего, может быть, не по гриппу, но по остальным заболеваниям, достаточно благополучная. И люди действительно рассчитывают, ну, как-то вылечиться своими силами, может, а вдруг действительно проскочу, пронесет и не подхвачу ничего. С другой стороны, действительно, на больничный уйти несложно. И поэтому это ж надо дойти до поликлиники, оно не очень приятно. А, еще взрослые, ладно, как-то с этим справиться. С детками, конечно, сложнее бывает у мам а вопросы, если деткам сложно в поликлинике эту процедуру пройти. Uh -huh. Буду... Спасибо. Ну вот э, о прививке от гриппа, мне кажется, мы уже так вот достаточно обстоятельно поговорили, еще подкрепят наше мнение э, высказывания телезрителей. Хочется вообще э, обратиться к календарю прививок. Есть же такой документ, правильно, Конечно. Ольга Николаевна? Да. Так, э, что это за документ? Вот какое количество предложений для граждан он содержит? Национальный календарь прививок, э, это утверждается постановлением Министерства здравоохранения. В 2018 году э, как раз был пересмотр и утвержден новый национальный календарь прививок. И на сегодняшний день мы вакцинируем от 12 инфекций. А, -а, -а. а правда да. ли, что э, с 2018 года, с весны, э, в этот календарь прививок внесена прививка от гриппа? Нет, неправда. Она внесена уже в 2016 году. А, вот да, как! Да. А что это означает? Прививка внесена в календарь прививок. Теперь ее нужно делать обязательно, и если ты ее не делаешь, то значит нарушаешь что-то? Она приравнена к обязательным вакцинам, а вообще национальный календарь это то, что государство закупает для своих граждан централизованно и реализуют, то есть для населения это бесплатно. То есть получается, что по сути каждый гражданин Гомельской области или Беларуси имеет право сделать прививку. И вакцина на него всегда найдется. Всегда есть. Даже если бы все граждане захотелись привиться, хватило бы вакцины? От чего? От гриппа. Нет, от гриппа закупается для 40% населения. И в национальный календарь входит обязательная вакцинация для детей от 6 месяцев до 3 лет. Ах, вот как. И для особых категорий граждан беременные, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями и те, кто э, по долгу профессии контактируют с большим количеством людей: медики, педагоги, продавцы. Ну, тот, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Угу. Я бы хотела вернуться к нашим... Но я сообщениям. думаю, что если бы наше население захотело привиться 100%, а однозначно Минздрав бы нашел резервы и закупил дополнительную дозу вакцин, потому что такая инициатива медиками только бы приветствовалась. Ольга Николаевна, теперь давайте аргументы за и против. В мое время прививок от гриппа не делали. Чеснок, вот и вся прививка. И вообще много вопросов больше, чем ответом по этим, по этим прививкам. Святослав Родянин. Почему раньше не делали прививки? Раньше когда? 200 лет назад, когда не знали вируса, 100 лет назад. Ну, видимо, вирус открыт, выделен в 1933 году. И первые вакцины созданы в 1933 году. Еще нет... Ну, в массов... 80-х разве прививали? 80 от в 80-х прививали от гриппа не uh -huh. так массово, не так много. Ну, надо сказать, что во всем Большом Советском Союзе в 80-х годах... Если мне не изменяет память, я могу ошибиться, но только одна была производственная площадка, которая производила вакцину. Этого было недостаточно на многомиллионную страну, поэтому а за рубежом вакцина в 80-х годах, я думаю, не закупалась. Я могу ошибиться, потому что в это время я еще была ребенком. Однако вакцина от гриппа уже была. Угу. Ну малое количество конечно, людей прививалось. Конечно. Еще один аргумент против: вакцинация, повышая иммунитет к определенному заболеванию, снижает общую защиту организма. Врач написано. Врач подписался. Если это действительно врач, это, к сожалению, профнепригодность, потому что э, в понятии иммунитета это э, иммунитет не какая-то ткань. Если мы за один конец потянули, значит во втором конце у нас убавилось uh -huh. нет такого понятия иммунитет тренируется безусловно ну тут может быть аналогия такая вот у человека есть мышечная система сердечно сосудистая и дыхательная если он будет постоянно тренировать ходить по лестнице ходить пешком у него будет адекватно реагировать и мышцы и дыхание и сердце на нагрузку но если он будет постоянно сидеть в кресле не напрягать, у него тоже будут мышцы, сердечно-сосудистая система и дыхательная, но они работают в другом режиме. Мы живем сейчас в больших городах, у нас полумиллионный город, у нас множество контактов. У Танечка говорит, что у нас транспорт переполненный, да? да. Я на работу хожу пешком, реализую здоровый образ жизни. Но иногда же не пойдешь из новобилицы в Волотову, понимаете? Да, безусловно. То есть в любом случае у нас сейчас модно, выгодно, принято покупать продукты в больших магазинах. Когда в страну стали проник вирус кори и мы видели перечни контактных лиц, это просто колоссальное количество контактов у человека. Угу. Поэтому мы контактируем с большим количеством людей. Тут надо задуматься. Спасибо большое. Я обязательно вернусь к аргументам «за». У нас они остались, и поверьте, их даже больше половины. Уважаемые телезрители, я обязательно зачитаю ваше высказывание. Сейчас мы уходим на рекламу, но прежде я напомню номер нашего телефона. 34 22 43. Помните, у нас есть вопрос эфира и пригласительный в галерею Ващенко в розыгрыше. Пожалуйста, звоните, предлагайте ваши варианты ответов на Вопрос. Ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире по этому показателю, в том числе. Так что это за показатель? Что это за способ вычислить? Кстати, наверняка каждый из нас тоже может воспользоваться этим э, способом определения. Поэтому ваши версии будут очень актуальны. Добрый вечер, Гомель. Интерактивная программа. Нам можно звонить 34-22-43, высказывать свои аргументы в пользу или против прививок. Это будет очень актуально. Вайбер, номер вайбера на ваших экранах. Ну и можно отвечать на вопрос эфира, зачитаю его еще раз. Ученые-биологи стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире, и по этому показателю в том числе. Так что же это за показатель? Пожалуйста, 34, 22, 43. Но я еще хочу напомнить, что э, только что нам подарили прекрасные эмоции вокалисты студии Music Kids Центра творчества детей и молодежи Советского района Гомеля и руководитель студии Елена Ходько. Лена, спасибо и аплодисменты, конечно. А, Только хотел вопрос задать, а оказывается, нам хотят ответить. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Давайте познакомимся с вами. А, меня Влад зовут. Очень приятно, Влад. Я зачитала вопрос, нужно ли повторять. А, Нет, я слышал вопрос. Так, вы слышали вопрос, зрители тоже слышали. Какова ваша версия, Влад? А, ну, это я думаю, что по количеству запросов в сети. Абсолютно, точно. Абсолютно. Так, молодой человек, догадался по, скажем так, статистике: да, как часто люди набирают в сети грипп. Средства от гриппа, там признаки гриппа, и вычисляют, где, сколько, как много заболевших. Влад, да, благодарю верно. вас. Знайте, что вы можете пойти на выставку в галерею Ващенко вдвоем. И, пожалуйста, не отключайтесь. Еще один вопрос. А вы уже привились от гриппа? Скоро я уже прикрывал как мог. Ой, простите, плохо слышно. Пропал Влад. Кто-нибудь расслышал, что он ответил? Нет? Ну, будем надеяться, что он сделает правильный выбор. Влад, всегда желаем здоровья вам и вашей семье. Вот, режиссер мне подсказывает, какая-то неполадка с сетью, что он готовится привиться от гриппа. Прекрасный выбор, Влад, спасибо. Лен, скажите, пожалуйста, ближайшее выступление Music Kids. Мы уезжаем через две недели снова на конкурс. На какой? На этот раз а, а, творчество без границ. Международный конкурс творчества без границ. Желаем вам только побед. Спасибо. Желаем вам медалей, кубков, грамот. Да, главное, И чтобы не заболеть. И вот этого удовольствия. Будем витамин побольше есть. Да, витаминов. Вы прививки. Сохраняйте хорошее настроение. Ольга да. Николаевна утверждает, что это 50% успеха. Ведь так же? Да. Так. Я несколько вопросов задам в целом о прививках, коль мы уже и к календарю прививок обратились. вот э, появились мнения, что большое количество прививок в раннем детстве это очень большой стресс и для иммунной системы и для психологического состояния ребенка говорят даже и всякие страшные заболевания развиваются. Оля, вот что вы об этом слышали, вы не медик, но вы мама. Да, и вот я понимаю мам, у которых на руках маленькие детки, в это время мама, конечно, особо тревожно отслушивает каждый сигнальчик, беспокойный, поступающий откуда-то из окружающего пространства. И, к сожалению, вот такие мнения очень часто портят картину, как говорится. Будучи сама мамой с маленьким ребенком на руках, я тоже очень внимательно все это отслеживала. И, знаете, появилось такое интересное наблюдение, очень интересно вот те сайты, которые подобные вопросы обсуждают, очень интересно прочитать конец, самые последние строчечки. Кто автор, кто разработчик, кто, собственно, информацию поставляет, насколько она достоверна. И самые верхние маленькие буковки, откуда, собственно, тоже вот ноги растут у информации. С одной стороны, вопросов очень действительно много муссируется. И для начала я бы хотела вот что сказать. Есть сейчас доступ в сеть всем кто имеет хоть какое-нибудь устройство. И те, кто ведет сайты, те, кто отвечает на такие вопросы, нам неизвестны. Поэтому очень внимательно будьте к таким моментам. Чаще всего человек просто хочет оказать влияние на людей. Это очень сладко. Или хоть чем-то выделиться. Чем не имея возможности реализоваться где-то, вот эта власть очень сладка над умами. А часто это люди, выросшие из каких-то Компьютерных игр, и они очень э, любят играть такую же важную роль, как какой-то персонаж, значимый в этой игре. Вот он там был Богом Тором, вот он там был суперменом. В жизни нет этой реализации, а ему так это нравится. И часто у них возникает такое же ощущение в отношении людей, которые подвластны им в сети, кто подвержен его влиянию. Он чувствует тоже всемогущество, а люди Которые выполняют его рекомендации, для него, в общем-то, разменная монета. Так он, может, зачастую не знает, он кто эти не люди. Вот результатом. я хотела бы э, зачитать э, аргументы э, в пользу прививок: mm -hmm. э, прививок против инфекционных заболеваний. Приятно, что люди это понимают. Только с помощью вакцинации удалось победить такие страшные заболевания, как оспа и дифтерия пишет Нина Ивановна прививки самый надежный способ защиты от инфекционных болезней пишет игорь любая прививка гораздо безопаснее заболевание от которого она защищает высказывается лина ну есть и другие есть и другие вот но я Может, думаю что вот эти, да вот эти мнения они уже позволяют говорить о том что взвешивайте, уважаемые Граждане, у вас есть доступ к любой информации. У вас есть доступ в поликлинике и есть возможность задать грамотные вопросы грамотным специалистам. Ольга Николаевна, ведь не откажет же любой доктор, педиатр в этой информации грамотным Нет, родителям? Нет, конечно. Если не позволит ситуация на приеме у участкового врача, зачастую слишком много посетителей всегда направят. К заведующему, ко мне, к ночмеду. В поликлинике всегда много людей, которые могут дать грамотный, качественный ответ. Спасибо. Я приглашаю Ольгу Грицынок к доске, чтобы она взвесила, как мама, попробуем. все за и против прививки, против инфекционных заболеваний. Оля, условные весы, пожалуйста. И у ну, нас давайте. буквально три минутки. Угу. Давайте попробуем, поскольку... Каждому родителю важно принять решение с открытыми глазами. Вот у нас чаша весов, и мы будем взвешивать риск, который возникает при вакцинации и если ее не делать. Вот, допустим, вот здесь у нас будет чаша весов для вакцинированных деток. Чем они рискуют? Я ну, не на знаю, мы будем против кори, например, полиомиелита, еще каких-то прививок. Что мы будем сравнивать? Ну, допустим. Если взять самый страшный показатель количество смертей от таких тяжелых инфекций. Сейчас мы уже имеем данные. Ну хорошо, давайте возьмем корень. Раз она уже действительно ну, вот преодолела просто... границы да, Беларуси есть. и до нас дошла, давайте возьмем корень. Вот статистика по Европе свежая этого года хотя он еще не закончился. Сколько деток, прошедших вакцинацию или людей, прошедших вакцинацию, погибло от каких-то случайных осложнений? если я не ошибаюсь, тот случай, который у нас был в республике в этом году, не от этой прививки был, по-моему. Не от кори. Да, поэтому, значит, по факту оказывается, что таких людей даже меньше, чем один в год. То есть где-то один человек в два года погибает от каких-то непредвиденных осложнений от вакцины. А а от этом... анафилактических реакций. От анафилактических, то есть это а аллергия. Это аллергия, Это, аллергия, не да. Реакция, да. это да. даже не реакция на саму, на сам вирус, на саму бактерию, а вот именно анафилактия. Сколько... Людей на данный Давайте момент. мы эту частичку вот. поставим, эту вот. точечку. Вот так. она значит против этой миллион. точечки. Да. Вот если мы не вакцинированы, на данный момент в Европе было 41 тысяча людей заболевших корью При так. этом... Это вот маленькая человек. точечка и вот такая огармония. 41 тысяча заболевших Овал. это 37 умерших от кори, непривитых. Они угу. умерли от кори. 41 тысячу, как бы, ну, давай образим, да? Да. Так, что мы еще можем взвесить? Какие есть предположения? Ну, можно, конечно, попробовать вспомнить... Ну, вот говорят, пишут, аутизм, аутизм там, иммунитет совсем никаким становится, если детей прививают, что это невозможно. Огромная угу. нагрузка на организм угу. ребенка в первые полтора года, когда ему делают прививки. Так грустно иногда слушать, когда люди пользуются тем, что мы забыли курс биологии. Биология штука сложная была, 9 класс был давно. И когда мамы уже забыли точно, как формируется иммунитет в принципе, в принципе то им так легко поверить в какую-то абсолютно необоснованную информацию. То есть здесь даже объяснять сложно. Это просто фейк. М -м -м. Не подтверждается никакими данными. Когда была вот эта утка о том, что аутизм может провоцировать вакцинация, нашли в конце концов автора. Человек осмотрел 12 деток, 12, и вынес свое предположение. В течение многих лет после этого было исследовано 14 миллионов детей. Ни, ни, ни одного случая подтверждения. Ольга Николаевна, действительно так? На сегодняшний день доказано, что аутизм – врожденное генетическое заболевание. То есть, то не... И на сегодняшний день ученые разработали, э, как э, диагностировать аутизм внутриутробно. Это еще не массовый скрининг, но это уже есть наработки. И, этим сож... не заразишься? Да, этим не заразишься. У... Аутизм был всегда, сколько было человечества, uh -huh. а вакцинация некоторым вакцинам только еще сто лет исполнилось. Uh -huh. Спасибо, Оль. Вот. Здесь мы поставили ввели вопрос, потому а потому что вопрос необоснованный абсолютно. Ну, ну вот, например, было ну, у нас здесь еще. Здесь мы какую-то отягощенную формулу uh, нарисовали. Я хочу оставить вот случай был, допустим, в Таджикистане, вот очень свежий, когда uh, пошла вспышка полиомиелита. И за несколько месяцев, буквально за пару месяцев, uh, 450 заболело и 20 человек погибло, умерло. Uh, 20 против 20 этого вопроса, человек. Да, да, вот здесь мы пишем. Вот здесь 20 погибших, это чуть меньше чем 37. В течение двух недель, двух-трех недель, когда ВОЗ провела работу тут же по вакцинации населения, за две недели эта инфекция тут же сошла практически до нулевых показателей. Две недели вакцинации. Ну То есть, и, и пускай вот, когда... родители решают, mm, что да. на чашах весов. Как ни странно, здесь пустота остается, если мы проверим информацию, проверим источник. Потому что ну, нельзя в интернете исключить того, что там человек просто хочет насладиться влиянием. Но это так сладко. Вы как психолог да. это говорите. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Буквально несколько слов в качестве пожелания нашим зрителям. Я хочу, чтобы вы все посмотрели на карту, где находится наш город. Мы находимся на порубежье. Рядом с нами Россия, рядом с нами Украина. И, к сожалению, наша соседка Украина вошла в десятку стран мира с самым низким охватом вакцинации. К сожалению, у наших соседей есть корь, есть столбняк, появилась дифтерия, которую мы давно уже не видели. Поэтому я очень прошу, подходите бережнее к своему здоровью, обращайтесь за профилактической помощью к медикам. Гораздо проще болезнь профилактировать, чем лечить. Будьте здоровы, улыбайтесь. Спасибо, <laughs> Спасибо большое. Я э, хочу поблагодарить всех участников студии, зрителей, студии в том числе, за отдельные советы и полезную информацию. И, конечно, всем присутствующим и нашим телезрителям пожелать крепкого здоровья именно сегодня и всегда. Мы прекрасно понимаем, что в течение одной передачи мы не можем разрешить все ваши сомнения по поводу прививок. Поэтому к теме вакцинации мы еще, конечно же, не раз вернемся. Вы, как и все нормальные люди, должны сомневаться. Но мы все же надеемся, что вы во время программы или после сделаете... Правильные выводы. Это была программа Добрый вечер, Гомеля и я ведущая Лена Троценко. Всего вам доброго и до следующей встречи.